Что такое тело человека? Божий храм или замок сатаны? Что за сила скрыта в нем от века? Светоч мира или зверь войны? Что за тайна в дивных очертаньях прелестей телесной наготы? И какие силы мироздания строит плоть канонов красоты? И случайно ль к овладению телом рвутся сонмы демонов страстей, прихватив с собой на злое дело тучи лярв и бесов всех мастей, овладев же телом, озверенье мерзостью насытиться спешит, превращая Божие творенье в камеру сгорания души. Но над каждой жертвой сладострастья зажжены спасения огни. Из капканов гибельных напастей к свету знаний нас ведут они. Есть закон, проявленный в природе промыслом небесного Отца. Чуткая душа его находит в ликах жизни гения Творца. Все, в чем различает чувство знания, отзвуки гармонии небес, вечное уму напоминание. Есть лишь горний свет, и нет чудес. Мало кем в миру осознается истинной гармонии закон. Золотой пропорцией зовется то, чему примеров миллион. В каждой клетке тела организма явлен принцип вечной красоты. В сумме черт живого механизма космоса гармонии черты. Порождение живой вселенной, все мы дети Бога одного, и являем плотью нашей бренной образ и подобие Его. День угас, зажглись на небе свечи вещих звезд медведицы большой. Помните, что тело — место встречи Сына Света разума с душой.